Проект Ростов Джаз Тревел существует с декабря 2011 года. За это время мы сделали хорошую работу для привлечения в наш город артистов мирового джаза, действительно звезд, которые обладатели многих премий Грэмми. И я даже с большим удовольствием вспоминаю эти концерты, которые проходили, таких замечательных музыкантов, как Дэна Дероуз, таких музыкантов, как Алекс Сипягин, Борис Козлов. И что особенно мне приятно, что эти музыканты, они с большим удовольствием приедут в наш город снова, потому что им очень понравилась и публика города, и то, как мы их принимали здесь. Вот, проекты будут самые разнообразные, о которых даже сейчас я пока не могу говорить, но работа будет вестись в этом направлении достаточно целенаправленно, и чтобы у нас в городе были постоянно музыканты такого уровня. В ближайшее время мы ждем замечательную вокалистку из Соединенных Штатов Америки Такора Роджерс. Она выступала со многими известными музыкантами, таких как Декстер Гордон, Мортон Смит и многими другими. Баба Малуин, например, это очень известные люди. Она ездила по всему миру. Кроме того, что она музыкант и гастролирующая певица, она еще и замечательный педагог. Ее знают в Европе, ее знают в Сингапуре, ее знают в Японии. Она обладательница многих премий музыкальных. Она даст в Ростове-на-Дону два концерта. Первый концерт будет 21 мая. В Гастропаве Буковском начало концерта будет в 20:00, а 22 мая мы всех ждем на концерт в Большом зале филармонии, который будет начинаться в 19:30. Приходите, это будет замечательная атмосфера, тем более, что Такора Роджерс, она просто так не поет со сцены, она общается со зрителями, она любит зрителя, и все ее концерты... На всех ее концертах замечательная атмосфера, где люди забывают о своих проблемах, они окунаются в настоящий мир джаза, подлинного джаза. Поэтому приходите, тем более, что этими концертами мы закрываем первый цикл нашего проекта перед летними каникулами. И большая надежда на то, что люди будут с нетерпением ждать следующих наших проектов, которые будут уже осенью. Приходите, пожалуйста, мы всегда рады и очень ждем вас на этом замечательном концерте.